К другим темам. В Подмосковье определят лучшую региональную компанию малого и среднего бизнеса. Предприниматели до 3 декабря отправляли заявки на конкурс бизнес-проектов. Проекты-лидеры предстанут в 5 номинациях. IT-технологии, стартап 2020, развитие внутреннего туризма, лучшее производственное и лучшее сельхозпредприятие. Сегодня в Московской области насчитывается 349 тысяч субъектов МСП, то есть каждый третий житель региона занят в предпринимательстве. Поддержать и поощрить лучшие бизнес-инициативы – цель конкурса. Голосование за определение компаний-лидеров пройдет с 3 по 12 декабря. Итоги подведут на открытом онлайн-форуме 16 декабря.